22 ноября 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в России годом семьи. Основная цель такого решения является популяризация госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Семья – это не просто ячейка общества. Это дом, папа, мама и близкие люди. Это общие заботы, радости и дела. Это любовь и счастье. Семья – это тыл и фундамент, на котором строится вся жизнь. Абсолютно каждая семья отличается от другой благодаря методам воспитания и семейным традициям. Так, мы с нашей съемочной группой отправились на улицы города, чтобы узнать у жителей Каспийска, какие семейные традиции царят в их домах. Семейные традиции есть. Всегда вместе собираемся, в прогулку ходим, готовим такие необычные редкие блюда наши национальные. Вот. Какие-то праздники устраиваем, день рождения, вот. Какие-то еще праздники старинные, старинные что-то напоминаю, детям показываю. Мы любим часто ездить с семьей в поездки. Горы, леса, поля. Любим на море, кстати, тоже пикники устраивать часто. Вот. Также где-нибудь в парке, где-нибудь в лесу. У нас очень много мест, куда можно поехать, отдохнуть. Именно с семьей, кстати, любим еще с друзьями часто отдыхать. Для многих каспичан, как и для всех жителей республики, многие национальные и религиозные праздники также считаются своей особенной семейной традицией. Они объединяют самых близких людей со всех уголков мира за общим столом. Религиозный у нас это праздник Розабера. Это время мы заранее идем на кладбище своих там посетить своих умерших. Чистим, смотрим, все там собираются, потом домой идем. И там открываем большие столы, богатые столы открываем. И родня приходит, приезжают, с Москвы приезжают, с Петербурга наши, везде разбросаны наши люди. В ходе социального опроса мы выяснили, что для многих горожан основной семейной традицией, которая объединяет всех членов семьи ежедневно, это прием пищи за одним общим столом. Ведь это время, когда можно поговорить о разном, посмеяться, построить планы и рассказать приятные новости. Семья в чем заключается? В том, что сидишь за столом, рассказываешь, прошедшие, будущие примеры можно тоже предполагать. Вот так и семья создается дружнее. Бывает только за столом, девочки. Самое главное – это стол, чай питье. И в этом получается дружба и сплоченность семьи. А когда один сегодня кушает, завтрак другой кушает по разным сторонам, эта дружба не будет, берега тоже не будет. Помимо путешествий, праздников, семейных сборов без повода, еще одним важным аспектом крепкой семьи является свое традиционное семейное блюдо. Наш традиционный семейный суп, который у нас просто в доме, называется похлебка. Часть баранины варится, часть баранины мякоть обжаривается, овощи туда и картошка. И мы вчера были в Музее изобразительных искусств с очень интересной экскурсией, с экскурсоводом смотрели. Очень замерзли, и когда приехали, представляете, как нам этот суп был кстати. У нас дети любят блины. Почти всей семьей любим блинчики. Блюдо у нас самое такое блюдо чуду, разные чуду из разных трав. Разные крапива, еще другие вообще разные. Есть от сыра, от урога делают. Есть у нас хинкал делаем. У нас режут зимой. Барашки режут и сушат. Очень вкусные бывает и колбаса, и все сушеное. Кроме того, в текущем году в честь года семьи будут организованы мероприятия с привлечением различных ведомств города. Все торжества будут направлены на возрождение уважительного отношения к многодетным семьям и на укрепление семейных ценностей.